Здравствуйте, дорогие жители Тверской области! Я главный волшебник страны из града старинного Устюга Великого, из сказочной вотчины своей шлю вам привет, самый теплый, самый волшебный. Уже совсем скоро, путешествуя по стране, приеду я и в ваши края, захватив с собой зимнюю сказку. А вы, читатели портала «Тверь и град», можете задать мне любые вопросы, на которые я отвечу в субботу. Прибуду я в Завидово. Там уж не первый год меня радушно встречают, и на этот раз попробуют удивить меня, Снегурочку, Зайца и Тигра традиционным угощением этих мест, верещагинским сыром и лихославским мармеладом с ароматом спелого новогоднего мандарина. И я в долгу не останусь. Привезу из Тверской области подарки и обязательно заберу всю новогоднюю почту. Желаю всем, и маленьким, и взрослым, исполнения всех желаний и огромной радости в жизни, невероятных чудес и необыкновенного волшебства, верных целей и стремления к ним, больших успехов и великих побед. Доброго вам здоровья с наступающим Новым годом!